Сейчас у нас в работе. Вот в работе у нас есть локально-сметные расчеты. Те, которые мы утвердили. Есть закрытые, которые не выполнены, они уже нас не интересуют. Да? Их в общей сложности на сумму 1,5 миллиарда. Даже больше 1,7-1,8 миллиарда. Сейчас у нас подписаны в работу локально-сметных расчетов 62 на общую сумму 704 миллиона 668 тысяч 73 рубля 28 копеек. Закрыта работа по этим локально-сметным расчетам на сумму 231 миллион 739 тысяч 409 рублей 25 копеек. Я вверху оговорился 22 копейки, здесь 25 копеек. Осталось к оплате по этим локально-сметным расчетам 272 миллиона 612 рублей, 272 миллиона 612 тысяч 112 рублей 16 копеек. Это вот те работы, которые нам надо будет оплатить при завершении. Но есть у нас еще те локальные сметные расчеты, которые не выполнялись. Работы, которые не обсчитывались. Почему? Потому что то, что сейчас с Александром говорили, начиная считать смету, посчитал заранее, там через месяц ее, она уже абсолютно не актуальна. Там уже все не работает. Надо по новой считать. Поэтому нет смысла этого делать. Но тем не менее, оценивая по подобию выполненных работ, мы оцениваем, что у нас не доделан третий этаж производственный. И с 16 по 23 ось, там, где находятся бытовые помещения, хозяйственные помещения, административные помещения для службы снабжения, сбыта и так далее. Вот эти вот оси, у нас там еще отделка, прочие вещи, не велись. Плюс еще у нас есть такая неприятная работа, как возведение шумопоглощающего крана вокруг климатических установок. Есть у нас ограждение, шумовой экран между нашим участком и участком садоводческого товарищества. Там нам сейчас идут баталии по поводу того, какой он должен быть. Мы смотрим стадию П, проектную стадию, что там указано. И как сделать так, чтобы уменьшить. Ну, нашли решение, потому что в стадии П и в рабочей документации есть некоторые отличия. Вот мы сейчас их приводим в чувство для того, чтобы утрясти еще смету. Итого, на сегодня для завершения этих работ нужно, но это не абсолютно. Я не могу утверждать, что будет дальше, но расчетная цифра 742 миллиона 612 тысяч 190 рублей 16 копеек. Ну и есть еще суммы, которые потребуются, когда мы будем оформлять заключение завершения строительства, где-то какие-то недоделки будут устраняться, содержание коллектива здания, получение разрешения на ввод в эксплуатацию, чтобы мы могли начинать работать. Вот цифры. Есть другие цифры. Вы, наверное, наблюдали, как динамично шли работы в последнее время. Да? Почему они шли? Потому что вы инвестировали. Все работы полностью напрямую связаны с темпом инвестирования. Были бы средства, туда бы и 700 человек можно было нагнать. Да? Но за все это надо платить. Без денег никто работать не будет. Поэтому, как быстро будут закончены работы, как быстро мы введем в строй объект, коллеги, зависит от вас. Можно 10, 20, 30 раз пересчитывать, делать прогнозы всевозможные.
Но это были только лишь прогнозы. И то, что было, то, что прошло, оно реализовано, вы видите в кадрах. Что предстоит еще? Нам предстоит несколько шагов, которые в проекте у нас остались до начала нормальной коммерческой деятельности. Первое – это закончить строительство, получить заключение о завершении строительства. Второе – это получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Третье – это оформить собственную землю. Четвертое – поставить это все на баланс. Пятое – сделать оценку материальных и нематериальных активов. Шестое – провести акционирование. Седьмое – провести переуступку доли Solar Group инвесторам, которые инвестировали. Часть, конечно, кто-то оставил в управлении Solar Group, но та доля, которая должна отойти, она должна отойти. Вот это этап. Какие этапы нам известны? Что мы можем узнать? Это то, что мы сейчас находимся на реализации. На прошлом вебинаре мы говорили, что это 62 сметно-локальных расчета. Это я могу показать, да? Чтобы не отблескало. Да? Здесь листы бумаги, да? Такие графики. И мы с вами говорили, сколько всего в локально-сметных расчетах, какая сумма. Это 704 миллиона 668 тысяч 73 рубля 20 лет. Это по прошлому вебинару. К оплате оставалось оплатить нам 272 миллиона 612 тысяч 112 рублей 16 копеек. Вот это вот я могу утверждать. Почему? Потому что посчитал. А что же на сегодня? А на сегодня все. Ситуация другая. Почему? Вспомним. Было 704 миллиона, сейчас 686 миллионов. 632 тысячи 700 рублей. Ну, там с копейками. Сейчас я могу подойти. Более точно назвать. Да? 223 миллиона 617 тысяч 540 рублей 33 копейки. А было сколько? 231. Сумма уже поменялась, да? И сумма 704 стала 686. Продолжаются обсчеты. Опять там прикидки, еще что-то. Все это ползет, это все динамично. Неделя прошла, поменялась. Суммы поменялись. Это то, что реально, это то, что вот просчитано, все учтено. А то, что еще находится в сметных расчетах, то, что мы с вами говорили, что нам надо будет обсчитать, и нам надо будет привлечь еще средств, это где-то 470 миллионов. Но мы этого еще не рассчитывали. И ни один локально-сметный расчет из этой суммы еще пока не составлен. Потому что мы тут у нас были несколько локально-сметных расчетов, которые мы в последнее время утвердили. Но и внесли в этот перечень. Но могу сказать еще и другое, что буквально завтра или в понедельник эта картина поменяется. Это динамичный процесс. Он не стоит на месте. И когда мы говорили о том, что вот какие результаты были достигнуты, эти результаты были достигнуты благодаря увеличенным поступлением по сравнению с предыдущими годами средств на расчетный счет Совбуз. Это позволило интенсифицировать работы, фактически подойти к завершению работ по инженерным сетям внешним, по благоустройству территории, подготовке к зиме, подключению к теплу, потому что сейчас вопрос подключения к теплу лежит уже не де-факто, а де-юре. Он лежит в плоскости документального оформления. Там есть определенная процедура. Этими процедурами занимаемся.
И у каждой из этих процедур есть определенная дедлайн, течение времени, которое выполняется. Поэтому, когда мы подойдем к моменту оформления заключения завершения строительства? Я не знаю. Почему? Потому что я не знаю, какие суммы будут поступать на расчет. Есть два пути. Либо поступает столько, сколько поступает, либо писать какую-то программу. Вот каждый месяц должно поступить. Я не могу написать такую программу. Почему? Потому что я не занимаюсь привлечением средств. У меня другая работа. Если мы с вами займемся утверждением каких-то сумм помесячных, то это значит, что кто-то знает, сколько денег инвесторы занесут. Я бы на себя такой ответственности. Потому что вот, ну, кое-что вижу, кое-что смотрю, эта величина не является константой. Да, можно было, исходя из статистики, вот я все в городе жил, когда-то рассчитывал крематорий построить, да, предлагал. Я говорю, да ты что, трупов не хватает, чтобы он нормально работал. Я говорю, ребят, подождите, скоро будет хватать. Сейчас вот. Говорит, ты знаешь, а тогда ты был прав. Я говорю, ну, спасибо. Но его-то нет, а проблема есть. Ладно, это нагрузка, но тем не менее. Тем не менее. Какова вероятность? Не знаю. Потому что если деньги будут заходить, ну, в объемах 90 миллионов, 60 миллионов, можно сказать, что первый квартал, да? Второй квартал. Есть еще один нюанс. Очень многое будет зависеть от того, насколько тщательно и грамотно будут подготовлены документы. Потому что 36 папок документов, да, не так просто подготовить. Мы этим занимаемся. И занимаемся уже достаточно давно. Начиная от шума ветра, фанеру, там и так далее, и так далее. Там тепловое излучение здания, оплата выбросов в атмосферу за время строительства. Все это проплачено, сделано, справочки сложены. Утилизация там грунта, талончики все подшиты. Трекеры, где куда возили, с маршрутизаторами сделано. Утилизация железобетона, лома, грунта, все просчитано, уже в папочке сложено. Всем этим занимаемся, давно занимаемся, готовим. Но я многократно заинтересовался у других субъектов. Сколько у них времени на это ушло? Именно на оформление. У наиболее таких беспечниками, безалаберных, там, где бюджет государственный за шиворот не капает, до 12 месяцев. Это получение заключения о завершении строительства. Подают их, подставят, подают их, возвращают. Я думаю, что нас это не устроит, ни в каком виде не устроит. И оформление заключения завершения строительства должно быть выполнено в кратчайшие возможные сроки в соответствии с зеленой картой. Помните, зеленая карта у нас была? Я опубликовал. И у нас на сайте где-то есть, да? Есть. Там указаны эти сроки. И я надеюсь, что мы в пределах этих сроков уложимся. Надеюсь. Еще раз повторяю, не вложимся, а надеюсь. После этого мы сможем приступить к разрешению на вводу в эксплуатацию. Но обычно этот процесс идет живее, по-моему. И вот эта вот сумма, которую мы оговаривали на прошлом вебинаре, которая к сегодняшнему уже скорректирована, 742 миллиона, она включает в себя все работы до момента получения заключения завершения строительства.
Но нужна она не к моменту получения заключения, потому что это уже де юре оформление, а надо де-факто завершить. И вот когда мы завершим строительство, чтобы мы имели право подать заявление, да, эта сумма должна быть получена.